На сцене Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Наверное, что-то не так. Наверное, холод зимы тебя коснулся случайно. Какой-то глупый пустяк, и вдруг так ссоримся мы, не понимая друг друга отчаянно. Я побоялся сказать тебе просто «постой». И вот сегодня мой дом непривычно пустой, и только шепот дождя в тишине ночной. Наташенька Подольская. Владимир Пресняков. Спасибо. Спасибо вам.